соскучилась. Мое солнышко золотое. Ира целый день бегает. Соскучилась, залезла на меня. Я хоть минутку полежу. Привет, моя любимая. Легла, подстелила тут себе это одеялко. Реально забегалась. Сегодня такой день суматошный. Да, Китютик? Да, Китютик? Моя девочка любимая. Моя кошечка красивая. Моя кисонька. Китютик! Китютик, Мур! Ирочка пришла. Ты сразу залезла массаж делать, да? Да, Китютик? Красавица моя! Красавица моя! Ой, что там? Птички прилетели! Ой, Харита прибежала! И все сразу, здесь и сейчас, в моменте. Харита! Только разулась, моя любимая, вот секунду легла полежать. И все меня обступили. Че твоя хозяйка? Ушла? У нас тут вообще как после этого. Как на вокзале, смотрите. И это еще гавкает. Будем делать обзор. Как и обещала, мои любимые, пришла мне посылочка от моей подружки, любимой Любушки. Открываем. Открываем. С Божьей помощью. Харита, посылка. Как она смотрит, смотрите. Что это? Что это? Это мне. Не тебе, хвостомах. Это мне. Не тебе, хвостомах. Ну, что-то я долго ее это колупаю. Надо было ножницы или что-то взять. Вы знаете, что я как это... Как здрасте. Что ты там нашла? Кормик? Я ж вроде все подмела. Ну, какие у тебя зубки хорошие. Любой позавидует. Так. Так. Курита мне помогает. Помощничек мой. Смотрите, как я открываю. Гав-гав. Открываем посылочку с тобой. Да, Харита? Красота. Так. Еще чуть-чуть. Так неудобно одной рукой. Не знаю, может это куда-нибудь сюда поставить. Так. Будет видно. Не, не будет. Что такое? Ну вот такой у нас, мой любимый, с вами момент здесь и сейчас. Сейчас тоже отвечала на комментарии. Мне пишет там Рита. Рита из страны глухих. Китютик, и ты пришла посылку смотреть? Все прибежали, девочки, смотреть посылку. И Харита, и Луночка. Сдэк позаматывал. Не открыть. Вот так вот хочешь. Что там? Как там говорят? Без труда не выловишь рыбку из пруда. Так. Так. Все. Это не тебе посылочка, это мне. Так, дальше. Бисмилля. С Богом. Открываю. Я вообще не знаю, что там. И даже не представляю, правда, мои любимые. Любушке спасибо огромное. Что бы там ни было, Любушка, я тебя очень-очень-очень люблю. Безусловно, от всего сердца. Выздоравливай, ангел мой. Все во благо. Кисунь, ну дай открыть-то. Дай посылочку-то открыть. Кисюня, Харита, скажи ей. Скажи ей, чтобы она отвалила. Кисюня, отвали! Отвали! Все на мою посылку. Эти, как его рты, разинят.
Ничего себе, очень символично. Буду с чаем пить. Сухарики есть. Это мне. Это не тебе, Хоринка. Это мне. Такие сухарики прекрасные. Спасибо, дружка. Мне пригодятся дома. Это что? Пакетики посмотрим. Хорита, это мне. Наверное, носочки. Если я не ошибаюсь. Да, носочки. Корона, женские носки. Класс, такие новогодние, мягусенькие. А ты что, тоже носки хочешь? Так у тебя 4 ноги, а тут 2 носка только. Тебе не подойдут. Королевишна моя. Носочки, спасибо. Солнышко любимое. А, тут еще есть. А, значит, 4. Хорита, можно надеть 4. Какие красивые новогодние носочки. С Дедом Морозом. Наташка мечтает о Деде Морозе. А у меня вот уже приехал Крисмас. Благодарю, Любушка. Вот такая красота. Так приятно вообще. Пойдем в пакетик. Прислала все-таки мне цикорий. Ты все время мне говоришь: Ир, Нескафе вредно, цикорий пей. И вот прислала. Ну теперь буду пить цикорий. Куда же я теперь денусь с подводной лодки? А Хорита не отходит. И хвостом машет. И ждет. Это лимонное. С лимоном. Такие вафельки. Спасибо большое. Это что? Иван-чай. Здоровый сон. Благодарю, дружка. И вот тоже. Еще. Ой, мне только чаепитие. Мои любимые степ. Благодарю, солнышко. Красота. А это уже все в коробку залезло. Коробка люб. Это что? Не знаю. Что-то тоже, наверное. Цикорий. Хорита, не трогай ты ее. Уйди. Уйди, сказала. Нет, это не тебе. Это мне. Это мне. Уйди. Это мне. Тебе шоколадки нельзя. Вообще нельзя шоколадки этим собакам. Ты знаешь? Вредно. Вредно. У тебя есть твой корм и косточки. Класс. И расчесочку прислала. Спасибо, моя солнышко. А это не знаю, что там что-то написано. Тоже, наверное, цикорий. Здоровое питание. Я думаю, тоже цикорий. Сейчас открою, посмотрю. И это, наверное, тоже. Ой, красота. Благодарю, солнышко. Носочки новогодние с Дедом Морозом одену в Новый год. А это ждет. Да, наверное, цикорий. Сейчас открою, посмотрю. Вот открыла лейкопластырь, а это не отходит. На кисю смотрит, там она за мной. И на меня глаз не сводит. Хорита, цикорий ты не будешь. Шоколадки тоже. Дам тебе сухарика кусочек, как и будет. Ну да. Цикорий. Натуральный. Сублимированный. Антиоксиданты. Витамины B6, B9. Пищевые волокна. Красота. Спасибо. И это, наверное, тоже сейчас тоже надо открыть. Стоит. Вот открывает тоже. Тоже цикорий отборный.
натуральный Эльза. Спасибо. Ну все, теперь у меня есть что пить. Благодарю сердечно. Что есть? Сухари есть. Насушили. Все. Теперь на Новый год я запасена всем. Люблю тебя, Любушка. Спасибо большое. Так приятно вообще. Дай Бог тебе здоровья. Благодарю. Да, Китюсик?